Скажи, где кукла Чаки? Это могила куклы Чаки. Нужно его откопать. Он ожил! Он реально ожил! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшно. Вы так долго ждали и наконец дождались, ребята. Прямо сейчас начинается неделя экстремальных пряток с духами, которых вы сами будете выбирать у меня в сообществе. Недавно я провела голосование, с кем сыграть в экстремальные прятки: с куклой Чаки или с куклой Аннабель, а точнее, с кем провести эти 24 часа. Я решила, что 24 часа я буду играть в экстремальные прятки, внимание, с куклой Чаки. А перед началом 3 ваших самых топовых комментария. Погнали! 1, 2 и 3. Оу, если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши, что ты тот самый, который хочешь сниматься вместе со мной в этом видосике, друзья. Для того, чтобы сыграть в экстремальные прятки и провести с куклы Чаки 24 часа челлендж, мы призовем его при помощи доски для вызова духов. Это опасный обряд, и вы все его знаете. Связываться с духами при помощи доски Уиджи – это крайне тяжелый обряд, друзья. И не всегда, кстати, это получается. Специальный нужен настрой и специальная нужна обстановка. Какая есть и сейчас. Прямо сейчас давайте соберем на этом видео 5000 лайков, друзья. Я вас верю, вы можете, а мы начинаем призывать Чаки в этот мир. Кстати говоря, это жутко ужасный и опасный маньяк. Погнали. Так, ладно, мне удобнее будет на колени. Сейчас нужно собраться. Кукла Чаки, покинь свой мир. Я жду тебя здесь. Кукла Чаки, покинь свой мир. Я жду тебя здесь. Кукла Чаки, покинь свой мир. Я жду тебя здесь. Чаки. Чаки, ты здесь? Черт! Что это было? Господи. Ладно. Чаки, Чаки, ты здесь? Чаки, Чаки, ты здесь? Да. Хорошо, ребята, мы призвали Чаки. Чаки. Чаки, я хочу сыграть с тобой в экстремальные прятки. 24 часа. Ты согласен? Да. Он что-то еще пишет, ребята. N-A-E. Найди. Фух. Так, ребята, Чаки где-то здесь, и он просит найти. Вы все знаете, что при помощи планшетки, если смотреть вот в этот самый круг, то возможно увидеть то, что невозможно увидеть, друзья. И прямо сейчас здесь, внутри этого глаза, встроена камера, которая покажет вам, что я вижу через этот глазок. Вы увидите это прямо сейчас своими глазами, мир сквозь планшетку. Чаки. Чаки, 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 ребята, вы видите, какое все искаженное, какой этот мир через глазок абсолютно другой. Это же так страшно, какой-то просто кошмар. Вы видите это? Черт, господи, мне не верится просто. Вы видите, какое все черное, господи. Этот мир очень страшный. Даже я выгляжу в нем мерзко и ужасно. Посмотрите, какое все жуткое. Но я не вижу здесь Чаки. Друзья, если вы заметите что-то ненормальное, сразу же скажите мне. Я чую здесь какую-то мистику. Здесь что-то было. Ребята, здесь кто-то есть. Нам необходимо зайти в лес, друзья, и посмотреть поподробнее, что находится там. Очень долго нельзя смотреть в этот глаз.
Потому что, ребята, становится очень плохо, и мои силы покидают меня. Я чувствую, что в лесу есть какая-то мистика, поэтому я убираю глазок. И мы, ребята, прямо сейчас будем искать здесь куклу Чаки. Чаки, Чаки. Чаки, где ты? Чаки. Черт, я что-то чувствую оттуда. Что это, Дим? Черт, я чувствую, что здесь присутствует какая-то потусторонняя сила. Господи, Дим! Кто? Что это? Смотри! Черт, неужели это бабушка-ведунья из леса? Черт, это точно она, Дим! Черт! Что она тут делает, господи, какая же она страшная! Ребята, посмотрите! Это бабушка-ведунья из леса! Господи! Бабушка, это ты? Я. Господи, ребята, она реально существует! Я давным-давно ее не встречала! Это реальная бабушка-ведунья, которая подскажет нам, где найти куклу Чаки! Пожалуйста, скажи, где нам найти куклу Чаки? Дай мне дань. Дим, она просит какую-то дань. Ей нужно что-то дать, чтобы она ответила. Блин, Дим, я не знаю. Хорошо, бабушка-ведунья, я могу преподнести тебе один подарок. Блин, Дим, что-то надо преподнести бабушке-ведунье. Господи, я не знаю, что. Ты согласна на цветок? Нельзя, но у нас нет другого выбора. Мы должны отыскать куклу Чаки. Бабушка-ведунья, возьми этот ландыш и, пожалуйста, скажи, где кукла Чаки? Где она... кукла? Где кукла Чаки, бабушка-ведунья? Она в могиле зарыта. Вон там. О, господи, ребята. Спасибо, бабушка-ведунья, спасибо. Побежали, он где-то здесь. Торопиться. Дим, скорей, бабушка показала, что Чаки где-то здесь. Она показала сюда. Черт, где-то Чаки где-то здесь, Дима. Ищи, ищи, я тебе говорю. Скорей. Смотри, какая-то яма. Мы должны найти Чаки. Бабушка-ведунья показала, что он где-то здесь. Смотри, яма. Это могила. Это реальная могила. И она такая маленькая, как раз для гробика, в котором может находиться кукла Чаки, друзья. Я сейчас прочитаю информацию. Он там, он здесь. Чаки, Чаки, я нашла тебя. Чаки, Чаки, я нашла тебя. Чаки, Чаки, я нашла тебя. Господи, ребята, это могила куклы Чаки. Нужно его откопать. Ребята, прямо сейчас 24 часа челлендж с куклой Чаки начинается с этой минуты. Нам нужно откопать Чаки, друзья. И нам предстоит провести весь день в играх с этой проклятой куклой. Черт, Чаки. О, нет, ребята, в его руке нож. В руке Чаки нож. Эти экстремальные прятки будут реально экстремальными. Ладно, Чаки, поднимайся. Чаки, вставай. А, черт! Чаки, давай. Получилось. Ну, давай. А, жесть. Чаки. А, ребята, это реальная кукла Чаки и бабушка-ведунья правильно показала нам место, где находится эта кукла Чаки. Хорошо, теперь мы попытаемся поговорить с ним. Я знаю, что ты живой, Чаки. Я знаю, что ты живой, Чаки, ответь. Чаки, ответь, я знаю, что ты жив. Чаки, Чаки, приди. Чаки, Чаки, приди. Чаки, Чаки, приди. Ребята, я не знаю, что. Либо он притворяется, либо что-то еще. Ладно, давайте спросим у бабушки-ведуньи. Бабушка-ведунья!
Я нашла куклу Чаки. Бабушка Ведунья, как мне оживить его? О нет, ребята. Куда она делась? Бабушка Ведунья исчезла. Она оставила цветок, который я ей преподнесла. Она оставила цветок здесь. Может быть, это какой-то знак? Бабушка Ведунья, если ты слышишь меня, пожалуйста, воскреси эту куклу Чаки. Пожалуйста, воскреси эту куклу Чаки. Я оставлю куклу Чаки здесь. Бабушка Ведунья, если ты слышишь меня, бабушка Ведунья! Бабушка Ведунья, ответь! О, Господи! Боже! Он ожил! Он реально ожил! Посмотрите, ребята! Реально огромная гигантская кукла Чаки. Она ожила. Или это бабушка Ведунья помогла, или что-то другое. Ребята, я не знаю. Чаки, Чаки, это ты? Ребята, это реально Чаки. Да начнутся экстремальные прятки. У тебя есть лишь один шанс спрятаться. И если я тебя найду, ты уберешься обратно в потусторонний мир, ты понял? О, Господи! Ребята, так, хорошо. Нам нужно теперь посчитать, пока Чаки прячется, и найти его. Это, ребята, реально экстремальные прятки. 24 часа в лесу. Это очень важно. Прямо сейчас нам отыскать живого Чаки, друзья. И самое главное, что он нереально опасен. Вы видели, что у куклы был ножик. Вдруг у этого огромного человека, куклы Чаки, тоже есть ноль. Он как-то вселился и превратился в человека, в настоящую огромную куклу Чаки. Ребята, это нереально страшно, но нам необходимо отыскать этого огромного человека Чаки, друзья, за 24 часа. Ладно, у меня нет других вариантов. Чаки, Чаки, где ты? Раз, два. Ребята, вы видите? Там как будто как-то кусты тряслись. Черт, сейчас. Да тихо, ребята. По-моему, куклы Чаки именно так. Точно. Это он ходит. Так, ладно, ребят, нам нужно быть аккуратны и прямо сейчас. Чаки? Господи! Чаки! Это ты? Ребята! Чаки, Чаки, я нашла тебя! Чаки, Чаки, я нашла тебя! Чаки, Чаки, я нашла тебя! Он снова исчез. Чаки снова исчез. У нас есть еще две попытки и 24 часа на то, чтобы отыскать еще два места, где спрятался кукла Чаки. Ладно. Чаки, я знаю, что ты здесь, в лесу. Чаки, вы слышали это? Чаки, я нашла тебя. Мне кажется, что за этим деревом кукла Чаки. Чаки! Ребята, надо торопиться. У нас заканчивается время. Чаки? Чаки, это ты? Ребята, я не вижу его. Я не знаю, где он. Чаки, Чаки! Где ты? О! Жесть, ребята. Мне кажется, там в кустах кто-то есть. Чаки, Чаки, я нашла тебя! Чаки, Чаки, я нашла тебя! Чаки, Чаки, я нашла тебя! Ой, нет, ребята. Ладно, мы нашли второй раз Чаки, друзья. И теперь нам предстоит последняя, самая серьезная схватка, самая серьезная битва с Чаки. Если я найду его третий раз, то он должен сразу убраться в свой потусторонний мир, друзья. Ладно, давайте продолжим поиски. Чаки, 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 ты где? О, Господи, ребята, он просто идет по этой поляне. Вы видите, Чаки просто идет по этой поляне. Чаки! Чаки, стой! Чаки, я нашла тебя третий раз, ребята. Происходит что-то странное. Он бежит на меня. Чаки, стой! Он бежит прямо на меня. Чаки, я нашла тебя! Убирайся в потусторонний мир! Чаки, я нашла тебя! Убирайся в потусторонний мир! Чаки, нет! О, Господи, черт! Ребята, помогите! Отпусти меня! Он кусает мою руку! Жесть! Отпусти меня! Черт! О, черт! Боже! Пожалуйста, Чаки, убирайся в потусторонний мир! Чаки, убирайся в потусторонний мир! Чаки, убирайся в потусторонний мир!
Зачем ты меня кусаешь? Господи, пожалуйста, убирайся в потусторонний мир! Пожалуйста, убирайся в потусторонний мир! Пожалуйста, убирайся в потусторонний мир! О, черт! Убирайся в потусторонний мир! О, черт, рука! О, черт! Моя рука! Моя рука, жесть! Черт, моя рука! Жесть! О, черт, рука! О, как больно! Черт! Блин, я так и знала, что Чаки укусит меня. Блин, ребята, но слава богу, что этот укус не по-настоящему, потому что эти духи из потустороннего мира не могут причинить вред. Они будто опрыскивают тебя чем-то наподобие крови и оставляют след. Ладно, необходимо забинтовать мою руку. Вот жесть, ребята. Вот ведь черт. Он все-таки укусил, но никакого вреда он мне не причинил. Так что не переживайте. Это пройдет, как только закончится. 24 часа челлендж. А я надеюсь, что вам понравилось это крэзи сумасшедшее видео. Ведь в следующем видео мы будем играть в экстремальные прятки с куклой Аннабель. Пока!